Что такое человек с точки зрения ведических знаний? Если первому встречному задать вопрос «что такое человек?» или «кто такой человек?», то, скорее всего, в ответ можно услышать или информацию из школьного курса биологии, или распространенную присказку про царя природы. В худшем случае сочтут вопрошающего за сумасшедшего. Конечно же, возможны и другие, более научные ответы, но создадут ли они полную картину о человеке? И самое главное, помогут ли они человеку быть счастливым? Думаю, что нет. Ведь знание основ физиологии и психологии или излишняя самоуверенность далеко не всегда делают человека счастливым. И причина здесь кроется в неведании других, более важных основ бытия, которые дошли до нас из глубины веков в виде ведических знаний. Именно такие знания позволяют человеку обрести целостность мировосприятия и стать счастливым, перейти на новый виток личного развития, достичь наивысшего уровня своего предназначения, выполнить все жизненные задачи и стать человеком с большой буквы. Для того, чтобы все это случилось и произошло в вашей жизни, будет проводиться намеченный в ПРП «Родосвет» практический семинар «Управление судьбой», на котором мы разберем основы основ естества человека с точки зрения русославянской ведической культуры, мировоззрения и мировосприятия. Семинар будет проходить 15, 16 и 17 июня 2018 года. Регистрируйтесь на семинар и меняйте свою жизнь к лучшему. Быть добру!